Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як правильно поминати спочилих родичів? Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» настоятель Свято-Покровської церкви Дніпра Максим Злобін. Рада вас знову бачити у нашому прес-центрі. Для початку хочеться дізнатися більш глибоке та правильне розуміння поминальних днів. Що це таке, яке значення вони мають? Христос воскресе! Воістину воскрес! Приветствую всех зрителей, вас в том числе этими жизнеутверждающими словами. И, конечно, в эти дни мы радуемся воскресшему Господе. И тема очень нужная, потому что у каждого из нас есть родные и близкие, которых с нами уже нет на этой земле. Мы помним о них. И если мы берем поминальные дни и их смысловую нагрузку, мы понимаем, что у Бога нет мертвых, у Него все живы. Мы делимся здесь на тех, кто живет, на тех, кто уже умер. У Бога этих категорий нет. Всех Он воспринимает как живых существ, живых созданий, живых своих творений. Поэтому, естественно, нам молиться и поминать не только о здравии, но и, конечно же, о упокоении. Поэтому эти поминальные дни церковью постановлены именно для того, чтобы в эти дни мы особую честь, особую хвалу воздавали и усопшим праведникам, ну и, конечно же, за тех людей, которые требуют молитвы, требуют церковного поминовения, чтобы мы тоже о них помолились. Поэтому в церковном богослужебном году есть такие особые дни, поминальные дни, когда мы вспоминаем усопших, родных и близких, посещаем места их захоронения, приходим в храм, творим молитву и милостыню. Коли поминають покійних і у який період дня це потрібно робити? Ми поминаємо усопших вообще всегда. Мы можем каждый день о них вспоминать, думать, молиться. Но так как мы говорим о поминальных днях, то в какой период дня мы молимся о них? Конечно, желательно молиться с утра. Либо это церковная молитва за божественной литургией, либо это поминальная служба, которая называется панихидой, либо если человек не может быть в храме в определенный день, то он это может сделать дома во время чтения утренних молитв. И в течение дня мы можем тоже вспоминать о своих усопших, родных и близких. Вот таким вот образом. Якою молитвою потрібно поминати покійних? Ми знаємо самую краткую молитву, которую практически все мы знаем наизусть. Молитва эта звучит следующим образом. «Упокой, Господи, душу усопшего раба или рабы Твоей я», называем здесь имя усопшего человека, и говорим «прости все согрешения, вольные и невольные, и даруй этому человеку Царство Небесное». Поэтому в этой молитве вообще вся суть. Есть достаточно длинные тексты, богослужебные, келейные тексты. Поэтому тот, кто разбирается в них, он знает, что вот такую-то молитву читают в такой-то день. Но универсальной является именно эта краткая молитва, которой мы молимся дома, с помощью которой мы можем зайти в храм, поставить свечу на канун, то есть на поминальный стол, на поминальный подсвечник, и кратко сотворить молитву. В ней вся соль христианского учения о загробной жизни. Мы просим для усопшего человека небесного царства. А там, где небесное царство, где Божье царство, там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Як завжди, люди от цього дня в поминальні дні згадують якісь традиції та звичаї, які не завжди мають сенс. Можете назвати, що з ритуалів, які часто роблять на поминальні дні, є необов'язковим або взагалі неправильним? Ви знаєте, тема поминання усопших, тема вообще смерті, вона в народі окутана большими, достаточно уже, как сейчас принято говорить, бородатыми суевериями, поверьями, которые не имеют ничего общего с практикой древнего поминовения усопших. Ну вот, например, одно из первых, которое мы помним. Приходя на кладбище, люди говорят, что калитка оградки на кладбище всегда должна быть открытая. С чем это связано? С тем, что якобы душа усопшего человека, который погребен в этом месте, при закрытой калитке не сможет выйти за территорию кладбища и проводить какие-то свои ритуалы, посещать те места, которые она хочет посещать. Дальше у нас такие ритуалы, это открытая форточка в доме в день поминания
усопших. Это еда на подоконнике, потому что люди говорят о том, что якобы усопшие в этот день приходят в дом, и их нужно чем-то угостить. Дальше предрассудок и суеверие, что нельзя сеять в поминальный день и сажать в землю, что весь урожай будет неблагополучный. Еще одно распространенное суеверие о том, что якобы нельзя посещать кладбище беременным и детям в младенческом возрасте. Ну и, конечно же, самое главное суеверие, самая главная неправильная подача со стороны людей в отношении к поминальным дням – это языческие, вот такие полуязыческие тризны. Это то, когда на могилах родных и близких людей люди устраивают просто вот такие вот, знаете, пьяные пикники, когда они превращают обряд поминания усопших просто в возможность поговорить, напиться, не дай Боже, что очень часто бывает. Все это превращается даже иногда в нецензурную брань, в какие-то потасовки между родными и близкими и приносит немало разочарования и печали окружающим людям. Поэтому мы, конечно же, призываем и говорим всегда, что кладбище – это святое место для каждого христианина. Там стоят символ нашего спасения, там стоят кресты, там погребены наши усопшие родные и близкие. Это место, откуда в последний день, когда Христос придет на землю, люди будут воскрешены, их тела будут воскрешены, они восстанут из своих гробов и пойдут на последний страшный суд. Поэтому относиться к этому с большим благоговением. Мы можем принести угощение пасхальное. В некоторых семьях заведен обычай к поминальным дням даже заново красить яйца. Но это все должно быть очень скромно, прилично и приноситься для того, чтобы скромно с молитвой помянуть, если нужно перекусить, оставить эту пищу для того, чтобы нищие, обделенные люди, которые во множестве ходят по кладбищам, они подошли к могилке, взяли бы эту еду, перекрестились и сказали: «Царство небесное, вечный покой тому, кто здесь похоронен». Вот это будет правильным. Ну, дійсно, от одне з наших питань – це про те, що люди приходять на кладовище, вживають там міцний алкоголь, і навіть на багатьох цвинтарях стоять столики, стільці. Взагалі, от чи можна обідати, скажімо так, влаштовувати такий обід з алкоголем на такому місці у такі дні? Ну, частично вже, да, ми почали об этом говорити. Добавлю ще, що придя в любой день и на Радоницу, о которой мы сегодня говорим, и в обычный день, когда душа человека желает посетить место захоронения родственника или близкого человека, то мы, конечно, в первую очередь должны поступить мудро и правильно. Мы должны прийти с инструментом для того, чтобы привести в порядок надгробие, территорию, убрать все, сделать все чистым, опрятным и уютным. Затем мы должны с собой загодя взять лампадку, взять свечечку, аккуратно установить на надгробии, зажечь эту лампадку или свечечку, открыть молитвослов и совершить чин литии, то есть усердного краткого моления о упокоении православного христианина. Он не такой большой, он займет 5-7, может быть 10 минут. Помолиться. Через эту молитву мы верим, и церковь так исповедует, мы входим в общение с нашими усопшими родными и близкими. Вы знаете, они слышат эту молитву, они радуются там, потому что мы говорим: «Прости, Господи, все грехи, все согрешения». Всего мы узнать о себе все равно не успеваем, и где-то мы грехи какие-то забываем, они потом тяготеют над нами. И вот эта молитва церкви, а мы с вами являемся, если мы верующие, крещенные люди, мы являемся частью церкви на земле, а они являются частью небесной церкви, уже торжествующей, вот эта молитва будет самым лучшим проявлением любви. А какие-то излишние явства, не дай Боже, спиртное, алкоголь, конечно, лучше не брать и вообще не поминать ни на кладбище, ни дома, ни во время похорон, когда люди приходят с похорон уже за стол, садятся и говорят: вот надо помянуть, начинают разливать алкоголь. Этого мы допускать не должны. Не должны мы уподобляться непросвященным язычникам. Мы все-таки просвещены светом Христовой истины, и для нас лучшее поминовение – это молитва.
Дякую за відповідь. От, до речі, теж хочеться поцікавитись з приводу обіду. Ми з вами говорили про це до початку прес-конференції. А коли люди поминають, або там от йде якесь вже обряд, от цей саме за столом, всі сидять, обідають, то на стіл не можна класти, є принаймні така традиція, на стіл не можна класти виделку, тому їдять усі ложками. Чому це так і чи є в цьому сенс? То же самое, все, что окутано неизведанным, вот так устроен человек, его психология, его психика так устроена, то, что я не знаю, я должен быстренько узнать и поставить на этом точку. Почему на поминальном столе, особенно после похорон, не подают к столу ложки, не подают к столу вилки, а только ложки? Я, как священнослужитель, которого часто приглашают на поминальный стол после похорон, я всегда интересуюсь и практически всегда получаю один и тот же ответ. Батюшка, ну как же, неужели вы не знаете? Если положим вилку, то в том загробном мире покойного или покойную будут колоть страшными вот такими вот вилами, будут приносить ему боль, пытки и страдания. Ну, конечно, естественно, мы объясняем, что это является суеверием, предрассудком, и никакая вилка не может нанести вред душе усопшего человека. То же самое, если позволите, добавлю, касается обряда завешивания зеркал, телевизора. То же самое касается обряда, мнимого обряда, это вымытый пол после того, как покойника вынесли из дома. Вот негативную энергетику мы смываем. Какая негативная энергетика может быть в вопросе смерти? Это природно, это естественно. Кто-то рождается, кто-то умирает. Христос победил смерть. Чего нам ее бояться? Это лишь тот миг, за которым мы получим вечную жизнь. Больше давайте, дорогие друзья, братья и сестры, давайте больше бояться грехов и того, что мы можем нераскаянными уйти в мир иной. Что касается завешивания зеркал в присутствии покойного, расскажу один случай. Ко мне обратилась женщина, на ней практически не было лица. Оказалось, что уже год она живет в доме с завешенными зеркалами, зашторенными окнами, потому что ей кто-то так сказал. И вот она несет этот траур уже год после смерти своего родного и близкого человека. Зрелище, вот посмотрев на нее, это было удручающее зрелище. Я постарался развеять эти мифы. Она с радостью сказала о том, что она сейчас придет домой и все исправит. Поэтому, опять-таки, слава Богу, дай Бог, чтобы побольше людей нас услышали. Не верьте суевериям, не читайте всякую ерунду и ложь на интернет-ресурсах. Есть у вас вопросы, подойдите к священнику, священнослужителю. Спросите, не стесняйтесь. Задайте ему вопрос через социальные сети. Каждый священник вам ответит. И вы будете знать, как правильно, как согласно христианской традиции поминать своих усопших родных и близких, не допускать греха, неправильного отношения и каких-то проблем, простите, с психикой. Також хочеться поцікавитися, штучні квіти – це такий, ну, вже можна сказати, символ поминальних днів, хоча їх було навіть заборонено через проблеми з екологією, які виникають через ці штучні квіти. А яке ставлення церкви до них? Я з 11 років хожу в храм. Считаю себя православным практикующим христианином. Уже много лет я в священном сане. И вот сколько я в церкви осознанно, столько я всегда слышу о том, что искусственные цветы, венки – это мерзость для усопшего человека. Душа усопшего человека не будет радоваться пластмассе заграничного производства или там штамповке каких-то наших гаражных предприятий. Поэтому мы должны, знаете, вот убирать этот дух помпезности, вот, чтоб всего и побольше. И без разницы, какое оно, нужное, полезное или вредное. Давайте мы купим или вырастим, или сорвем со своего огорода один скромный букет цветов. Цветы – это символ жизни. Они расцветают так, как расцветает жизнь человека. Они увядают так, как увядает жизнь человека. То же самое. Поэтому это символ жизни. Безусловно, несем, мы ложим на гроб покойному, на надгробие, мы ложим на могильный холм. Но ни в коем случае это не должны быть пластмассовые изделия. Церковь выступает и всегда выступала против этого. Пусть будет скромно, но пусть будет достойно.
Дякую вам за відповідь. Ви вже зазначали, як правильно поминати, що треба робити у ці дні. Можливо, вам є ще що додати? І розкажіть, чи відрізняються ці правила для поминальних днів під час Великого Поста і після Пасхи? Поминальні дні в церковному богослужебному году, вони завжди существують. Це когда есть возможность поминать? Каждая молитва келейная, каждое утро молитва о здравии и упокоении. Это каждая суббота любой недели, за исключением некоторых суббот, это тоже день поминовения усопших. Это особые вселенские родительские поминальные субботы. В эти дни мы по традиции собираемся в храм для того, чтобы помянуть усопших родных и близких, принести приношение на панихидный стол, зажечь свечу и подать в алтарь записку с именами для церковного поминовения. Чем отличаются поминальные дни пасхальные от поминальных дней в обычный период, вне в пасхальный период? Наверное, в пасхальный период все-таки большую часть церковных текстов и песнопений мы направляем на прославление воскресшего Христа. Даже если человек умирает в течение первой светлой седмицы, которую мы с вами сейчас переживаем, то очень мало текстов направлено на то, чтобы и спросить для него Царство Небесного, прощение грехов. В основном идет прославление победителя смерти Христа. И через это прославление Церковь верит в то, что, прославляя воскресшего Христа, мы как бы отсылаем это прославление к тому, что раз ты, Господь, воскрес, тогда ты воскресишь с собою весь род человеческий. Мы в это верим, исповедуем и празднуем твою победу. Поэтому поминовение на Радоницу, вот эти радостные дни, оно очень интересное, оно наполнено радостью, нет печали. Ну и, конечно, добавлю, что мы должны знать, что в церковной христианской православной традиции священник отпевает усопшего христианина не в черных ризах, как принято это во всем мире, да, одеваем траурные какие-то одежды, платки, везде черный цвет присутствует, а мы одеваем белый цвет, цвет чистоты, цвет иной вечной жизни. Для нас день смерти человека – это день рождения в вечную жизнь. Скажите, пожалуйста, а как поминати людину, котра не была хрещеною? Да, этот вопрос очень часто задают люди, которые приходят в храм, поэтому за некрещеного, если он нам очень дорог, можно молиться дома, в своей келейной молитве, мы можем прийти в храм, поставить свечечку на панихидный стол, и еще мы можем подавать милостыню нищим. Что касается милостыни, издревле, с самого первого дня существования церкви, мы с большим уважением и вниманием относимся к нищим. Христос сказал: «Счастливы милостивые, потому что те будут помилованы». Вот если мы с милосердием относимся к страждущим, к больным, к неимущим, тем, кто беднее нас, мы уподобляемся Христу, который сошел на землю и спас весь род человеческий. Если мы не проходим мимо нищего, убогого, презираем на него, даем ему какую-то копеечку, это большое благо и для нас, живых, и для усопших православных христиан. Поэтому мы не можем исправить судьбу человека. В какой-то момент своей жизни, возможно, он решил для себя, что он не хочет принять таинство крещения. Однако мы не можем забыть слова Христа: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет крещен, тот будет спасен. Кто не будет иметь веры, тот будет осужден». Христос дает нам выбор. Хочешь жить со мной здесь и в вечности, прими крещение в честь Святой Троицы. Не хочешь — дело твое, никого Бог не насилует. Поэтому как мы можем молиться за того человека, который при жизни не удосужился принять таинство крещения? Однако есть масса исключений из правил. Мы не знаем, по какой причине человек был некрещенным, поэтому мы не можем лишиться проявление дара любви. Ведь молитва, особенно усопших, это проявление дара любви. Мы молимся, потому что мы помним о усопшем человеке. Он в нашей памяти, он в нашем сердце. Мы не можем просто так о нем забыть. Мы даже, если не верующие, не христиане, мы свято сохраняем альбомы, мы бережем фотографии, мы их открываем. Мы о наших усопших рассказываем родным и близким, говорим: вот посмотри, это твой дедушка, твоя бабушка и так далее. Поэтому, к большому сожалению, членами церкви
церкви эти люди не станут уже никогда, но мы, проявляя любовь, можем о них молиться. Ну и, конечно, отдельная тема – это молитва за некрещенных младенцев. Младенцы греха не сотворили, однако они тоже не были крещены. Однозначно сказать, будут они мучаться за гробом, потому что были они не крещены, или будут они в Царстве Небесном, мы все-таки не можем. Но существует в церкви отдельный специальный чин молитвы за некрещенных младенцев. Каждый человек, кто захочет, сможет подойти к священнику и подробнее об этом узнать. Поэтому проявляем любовь, но не насилуем волю даже усопшего человека. Дякую вам за відповідь. На жаль, час нашої прес-конференції добіг кінця. Сьогодні говорили про те, як правильно поминати спочилих родичів і близьких. Відповідав на всі наші запитання протоієрей Максим Злобін, настоятель Свято-Покровської церкви Дніпра. Вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!